Как проходит работа коммунальных служб, расскажет моя коллега Галина Чекурова. С наступлением весны, дабы избежать паводков, ежегодно выгружается около 500 тысяч кубов снега за сезон. Но в текущем году, прямо перед теплыми днями, жители республики столкнулись с выпадением большого количества осадков. Ну, за февраль в общем сколько вышло? Где-то 60 тысяч вышло. А в январе получается чуть поменьше. Ну, в общем, у нас работы ведутся в таком порядке. Сначала знак ставят, потом грейдер проходит, после грейдеров трактора, ну, валы расталкивают вот заезды. Потом проливайки проходят, метут все это. И потом только приступаем к работе вывоза снега. В течение суток посменно на улицах Якутска свою работу выполняют более 50 работников и около 80 единиц техники. После загрузки снега в самосвалы далее их выгружают в специализированные полигоны. Работаем круглые сутки с 8 до 6 вечера. Каждое утро у нас проводится подготовка, ну, и инструктаж. После инструктажа нас по заданиям распределяют, кто где работает, по каким адресам. Все четко, все по плану идет. Мы сейчас начали с улицы от Джаникидзе до Петра Алексеева. Таким образом, из столицы региона сюда, на полигон, вывозят в сутки в среднем около 3000 кубов снега. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск.